ничего не видно. Так. Я имела в виду, я хотела ей лицо намазать. Ну, давай еще брови покрасим. Потом не можем. Или волосы сразу? Нет. А вообще надо сделать перманент бровей. Мои межреснички уже надо обновлять, кстати. Ну, у нас будет возможность подойти к тому же мастеру. Только что было мокрое чутка. Ой! Одна готова. Теперь ждем. Пока ждем, будем сушить голову. В прошлый раз хотела затонировать себе корни, и что-то пошло не так, стало слишком темной. Надеюсь, скоро смоется. Надо посветлее купить тоник. Все, а дальше пойдем работать. Дождемся, смоем и пойдем работать. Убирать балкон, мыть окна и многое другое. Как я и говорила, сегодня у нас тепло очень, погодка просто супер, и мы будем убирать балкон. Да как туда не хочется идти? Так, это нам уже не понадобится, наверное. Хотя обещают впереди через недельку минус 2 ночью опять. Ну, ничего нового, в Беларуси тоже снег пошел вчера. Поэтому нормально. Апрель. Так, с чего мы тут начнем? Мы, наверное, сначала все вынесем, а потом занесем обратно.
Давай. Я вот только хотел сказать. Сейчас. Господи, тут еще по швабру. Ну, мы туда можем, кстати, далеко не уносим, мы можем туда банки сложить. У нас же еще банки. Ну, все равно все будем доставать. Посмотрим. Или инструмент свой сложим. Сейчас решим. На. Здесь зима. Мы, кстати, зимнюю куртку Никитину сюда можем доложить. Она... Ну, мы вообще так и планировали. Ну, давай. Она высохла, да. Наши чудо-швабры. Это не наша, это наша. Оставь. Ну, да. Ну, ладно. Нет, пусть будет. Вот сейчас я здесь буду мыть ей, может быть. Зачем мне не ведро, не знаю, что это такое. Я думаю, вот это может уже это... Утилизировать? Или будешь... Ну, вряд ли. Ну, там пакет же с мусором. За это возле дверей. Да. Насос, кстати, вот еще есть. Носок? Насос. А, насос. Не знаешь, что тут еще есть? Нет. Веришь? Тут насадки от моей мясорубки лежат. Как достанем? Мы находим здесь еще такое новенькое, знаешь, давно забытое. Это от самоката. Ну, ты знаешь, мне кажется, коробку из-под самоката легче... Ты, кстати, елку положи. Елку сюда попробуем сложить, да, потому что они нам не нужны, самокаты легче будет перевозить в это. Ну, это потом будем как назад спаковывать, а ту коробку выкинем. Ну, тут просто еще одна коробка есть какая-то. Да. Тут у нас, по сути, много всего есть. Итак? Итак. Барахлишко. Убираем. Коробка себе чересчур. Ну, сейчас он еще элементу скажу. Жидкая. Тогда оставим эту коробку мою. Я сейчас пересмотрю и быстренько сложу. Все? Так, да, как я надо. Пока здесь как раз пропылесошу и помою. Сейчас принесу пылесос. Со щеткой? Нет, щетка, в принципе, может, нет. Ой, инструмент. Итак, для мытья окон мы будем использовать чисто воду и наши супер тряпочки. Присим еще один стул. Кого еще нет? Стул, я ведро поставлю на стул. А-а-а. Окошки-то высоковато, неохота скакать туда-сюда. Есть такое. Да, мы с ним не выложимся, да? Ну, это такая задача в приоритете, не упасть. Поэтому ты лучше, да, стой на стульчике, который более устойчивый. Ну что, поехали. Чуть-чуть не хватает. Главное не улететь, да? Тут лететь невысоко. Блин, как на улице классно. Ну, попозже. Просто вообще. Поэтому надо быстрее все убрать, и можно идти на улицу. Кстати, да. Чувствую, детей мы домой потом не заходим. Ну там хоть отмылась, я не вижу даже, что. Ну, низ только стоит протереть, а так с большего, да. Он даже чистый. Да. Это не я стучу, это не нам стучат, это стучит сверху человек-сосед. Я пока сложу инструмент. Ну-ка, сейчас проверим, как оно. Ну,
да. Можно справиться без дополнительных средств. Якобы. Ну да. Так, инструмент я весь сложил. Ну, жди, сейчас надо сейчас. Инструмент я весь сложил, но смысл... Что? Что это? Запечатывать? Запаковывать коробку? Я не буду. Потому что у нас всегда бывает что-нибудь, что вдруг это что-то резко что-то понадобилось и все. Ну да. И придется снова распаковывать. Девочки все в шортиках гуляют тоже. Как хорошо, что я летом буду загорать в своем дворе. Да? Переходим к следующему. Так, пускай будет открыто. Идем дальше. Тогда... Здесь на левую руку, но очень удобно. Ну, с учетом, что мы проверяли, что все эти двери плотные и окна не закрываются за зиму, их надо все время подкручивать безостановочно, то да. А в доме же пластик в этом наткнулся, да? Да. Ну, вот так потихоньку, по окошку. Что, каждый день? Перемой. Ну да. Хорошо. Не, я просто... У меня все желания мыть даже нет. Ну, можно было в детской еще этот, конечно. Нам еще вот это помыть? На кухне? Да. И убрать все там. На подоконнике? Это да. Пока я, кстати, мою, ты можешь убрать все с подоконника. Не, я просто смотрю. Это наша тоже, да? Да. Это не наша, и то не наша. Наша здесь, вот это сложено, и вот эта верхняя коробка. Она пустая, там пакеты в ней. Угу. А остальное все остается. Прекрасно. Так. Ой, тепло сочешется. Трассу, окна еще более-менее, ну, конечно, да, в любом случае грязные, но относительно не сильно грязные. О, смотри-ка. Оно не открывалось там никогда. Там грязь? Да, вообще, ты его посмотри. Зачем? Единственное, что знаешь, что тут они же одинаковые, по идее. Наверное. Вот эту сетку по нормальному надо поставить вот сюда. Оставь ее в покое. Придется ставить там на место. Посмотрите, там, по-моему, даже пасеков нет.
Там нет креплений наружных. Нет крепления для сетки, да. Почему-то сделали только на боковое окно, которое плохо открывается. Алло. Ой, до края не достаю. Блин, окна слепые, не понятно, с чем вообще. Ну, как всегда, из и палок. Угу. Ну да. И воду поменяем. Хотя бы. Да. Отмыла. Она была чернее черного. Сейчас поставили на место. Боже, тебе делов-то осталось. Знаешь это? Три раза повторить. Два раза еще повторить. Что именно? Мытье окон. Осталось-то всего две комнаты. Это не хочет, она залазит. Ну оставь, я поставлю, если хочешь. А пока я помою эти окна. Я случайно тряпочкой нашу фирменную уронила в воду. Поэтому на смену пришла другая. Но какая тут жирная. Так, ладно, я доклеиваю новый обитель для елки новогодней. Но на будущий год елка будет точно другой. Наверное. Нет. Наверное. Почему? Потому что. Много? Всего? Да. О, ничего себе, я сама себя в зеркало вижу. Ты хочешь сказать, что типа от помытого окно наконец стало свет пропускать? Вообще. Ну, это же чудо тряпочки. Самоутешение? Да, давай я домой окно, а потом уже будем продолжать здесь. А, еще вот это надо помыть, да? Кого? Балконную дверь. А, ну тоже имеет место быть. Мне нравится тем, что это. Угу. Все вынесли с балкона. Так. В комнату. Так. Ага. И? Ну, в самой комнате теперь. Это ужас, что творится, да. Не проехать. Не пройти. Сейчас все аккуратно сложим. Все будет нормально. Это да. Но окна все равно, их, наверное, как-то когда собирали, делали, они как-то не очень такие аккуратные. Ну. Они какие-то местами заляпанные, как клеем. Конечно. Это когда ты лично заказываешь, тебе, конечно, поставят. Ну да. Как надо. А когда дело большой дом, и одновременно не в одном доме, это. Застройка массовая. Так, иди и убирай все отсюда. Помойку ждут. Так, что нам осталось? Осталось нам окошко. Вот если все, что мы убрали, нам это никуда не надо было обратно ставить, было бы еще хорошо. Конечно. Только место. Целый балкон, пустой балкон. Ну, это все. А, да, последнее окошко есть. Да, и будем сейчас там помою и складываю все обратно.
Я очень надеюсь, что он нам больше пока не понадобится. А ты же эту снимаешь, что ли? Да. Хорошо. А? Ничего. Куда его это запихнуть было? На полку надо поставить, а с полки банки убери в коробку. Полка нижняя, ты имеешь? Ну, да. Да, поставь там все еще. Хорошо. Банки. Так, ну все, давай. Ставь все потихоньку обратно. Стоям. Ставь свою коробку туда. Я ее... Ну, конечно. Давай мы вдвоем. Кого? Да нет. Ты... Стоп. Ты собрал ингалятор? Да, конечно. А если я сейчас тебя отлуплю? Там он просто не влез. Ну, забыл. И зароем на балконе здесь пока что. Давай, может, вместе, чтобы да, нищий не выбрала. У меня или у коробки? Так, минус один. Ёлку, наверное. Ёлку вот сюда боком ставь. Она плоская, видите? Ёлка. Ну, видишь, какая у меня чудо. Ну, да. В сравнении с прошлой коробкой туда. Вот, все. Так, что у нас там еще осталось? Банки, кстати, тоже можно на эту сторону поставить. Не надо бросать. Я не бросал? Я еще только поставил. Ну, как сказать, бардак приобретал уже новый вид. Ближе к истине. У тебя на другой пакет был, да? Это плохой пакет. По-моему. Плохой пакет. У кольцов его не тянет. Ну давай скотчем хотя бы мотаем, чтобы он не развязывался. Хоч! Вообще его можно было, наверное, просто завязать, не? Ты его просто не завяжешь. Ну, на, попробуй. Нет. Ну все? Успокоилась? Нет еще. Так, все? Теперь все. Видишь, как я сдуваю? Ну ладно. Ну что, не так? Ничего. А ты кусок такой оторвал? Я думаю, ты попробуй хочешь. Смотри. Тут зима, так он и... Он и закончился. И еще одну коробочку ищи с коньками. Ага. Ну мы эту коробку поставим для того, чтобы... В ней же потом увезти твою швабру. Да, я люблю такую штуку. Не то, что швабру, а... Что-нибудь. Что-нибудь, да. Швабру можно и в бедро так увезти. Не, ее надо только не так. Поставь вот сюда лучше, боком ее. А ее запакуй боком, грубо вниз поставь. Боком, вот так. Вот, все. Все. Шик. Так, ну что, давай здесь что посмотрим, что сюда. Последний этот, последний рывок. Ну все, тебе осталось на полке.
Что у нас тут? Вот, уже места больше стало. Это мы сюда положим все. Это мы уберем, это мы тоже уберем. Так, швабра нам не нужна. Не нужна. Это раз. Это два. Тоже убираем туда. Ой, и прям воду. Вот. На подоконнике оставим мои такие весы. Хотя весы даже можно вот сюда убрать. Место появилось. Вот. Это мусор. Так, это наши сидюшки детские от машины. Вот уже более внешний вид меняется. Наша суперская копилка. А вот эти колечко вы искали от этого. Есть. Приспособление покупала для холодильника, но что-то оно нам не зашло, не понравилось. Приспособление для холодильника не нашло применения. Не нашло ему применения в холодильнике. Надо сюда поставить. Я же четверть на одну. У тебя как этот? Раунд 2. Перезагрузка, да? Пошла по новой. Это надо идти убрать в шкаф. Это чего-то... Я от самоката? Брось меня. Нет. Ну, от чего-то... Вот. Ясно. Ну, вот все. Зубья – это все Никитина, короче. Это мы сейчас все убираем. А сюда вот поставим нашу копилку. Модную. На сегодня у нас все. Балкон мы убрали, окошко мы помыли, стало намного свежее. На улице настолько тепло, что больше как бы пойдем проводить время с семьей, отдыхать, развлекаться. Поэтому всем пока-пока!